Ну сейчас, ребята, увидите, что будет твориться. Это будет, сразу говорю, это будет просто жесть. Тут сейчас такие телепорты будут. Нереальные вообще. Это не, ребят, ну, чисто ради вас сейчас сыграем с Мишей. Больше я с ним играть сегодня не буду. Просто я знаю, как он лагает. Ну, нафиг. Ну, чисто вот ради вас сыграем. О, смотрите. Пошло тактическое тройное прости от Миши. Легендарное. Блин. О, смотрите, смотрите. Смотрите, что происходит. Чувак, вылез из бункера. Пошли, пошли. Видали, видали, пацаны. Охренеть. Охренеть, это просто. Это убанутый телепортатор. Просто, ну вот вы смотрите. Ну, да, вот. Да. Смотрите, да, что да. происходит. Стоял вроде, что-то анблок кинул. Чих, опа, резко присосался. О, резко анблок. За мной. Он еще и отошел, смотрите, не стал по драгу сражаться, отошел так в стороночку. А вот, кстати, кроме него никто не лагает. Смотрите, какой просто. Он вот это обычный игрок, это. Ребят. Обычный игрок ПХ. Бля, какой он ебанькой. Ну, естественно, конечно, он ничего пропускать не будет. Ну, типа, ну, у него там мы нормально, как правило, выглядим. У него там, конечно, подлагиваем, но не так сильно, как у нас. Но вот смотрите, он меня просто ебашит. Вот видите, если кто-то видел, да. На меня смотрел. Да я у меня удары из ниоткуда вообще летят. Смотрите, о, смотрите, что происходит. О-о-о-о, видали? Просто телепортатор. Видали, что происходит? Просто видали, да, как игра аж подтормаживает, аж подлагивает, когда он что-то слушай, делает. Он там вообще... И вот Миша пишет в комментарии, что он обычный игрок. Вот после вот таких лагов. Обычный игрок. Я, видимо, в какой-то другой For Honor играю. У меня таких обычных игроков обычно не бывает, как. Почему-то паниш не зашел. Там только Миша творит вещи. Творит блин. Историю. Да, это бред, это бред. Это не бред, это пиздец. О, видали? Видали? Да. Это невозможно, блядь. О, видали, что происходит? Да. Вот это обычный игрок, вот это я понимаю, обычность. Да. Я даже не знаю, что сейчас будет. Какая мразь. О, смотрите, что происходит просто. Нет, а что их тут толпа, блядь? Мы его еле убили, и ты дал воскреситься. Великому демону Миш. Ну смотрите, что делает. Ой, я чисто случайно сейчас сделал дефлект. Да. Интернет, типа, если он софты, блядь, не использует, поменяет. Ну что, то есть вы видите, да, как он легко пэрит мои синьки. То есть он там говорит, что я якобы у него там лагаю, но он ни одной синьки моей не пропустил. Ой-ой-ой. То есть если бы я у него там лагал, как он у меня лагает, он бы пропускал мои синьки. Он их ни одной не пропускает. Бля, то есть видали, да? Атака летел. Зашла, но он не умер. Ой, нас, этот ущерб на мне еще побоемил, блядь. Не, да он всегда лоймил. Он из откуда, не хер пойми откуда вылетел, блядь. О, просто смотрите. Стоял, резко у меня залетел кунай, резко он опять же сделал атаку. Да непонятно, что будет, потому что игра и отматывается. Смотрите на его задержку. Да. У него нормальная задержка. 70-80. Она не прыгает. Не, она не скачет. Он отдачу блокирует. То есть, вот смотрите. Прием у него. Вот смотрите, что происходит. Вот еще это меня, если Белла, смотрите, да. Видали, видели, да? Мгновенное сейчас забивание. День, который мы играем. Вон, пиратку разобрали, просто хлам. Ну, смотрите, смотрите, что происходит. Я стою, и у меня атака за атакой влетает. Да. Это ж, блин, ну это. Интернет у него особенный. Прости. Ой, смотри, что происходит. Ты бы не стоял просто против него. Против него стоять нельзя. Ой, я не мог ничего сделать. Не, Артур, против него нельзя просто так стоять. Мне обязательно нужно что-то кидать. Я не стою, кидать. Я делаю. Игра отматывается, понимаешь? Она перематывается. Да. И происходит то, что он делает, а не я. При этом у него задержка нормальная. Так, смотрим. Блять. Смотрим.
Нет, красиво играет парень. Я считаю, что ему надо Оскара дать. Он просто папка. Ой, блин. Это... Мгновенный эндблок. На, Миша, родной. Просто вот так вот. Да, посмотрите. Да, мы просто раскатали его сейчас. 30 киллов у Миши и 11-11. Нельзя вообще чуть-чуть остановиться. Я надо, просто блядь, знаю, где он будет в этот момент. Да. Ой, Миша, не, летает. Иван, я могу, конечно, это все дело нарезать, но... Типа, какая... Да, сделай ему... Сделай ему отдельный этот... Реально, ролик, блядь, пускай насыщается. Не, у меня есть, у меня есть. У меня есть ролик с Мишей уже. Ну, ты смотри, как летает. Ой, вообще. Блядь. Ой, нифига. Убили Мишу. Фу. Саны, давай, поехали. Опа, 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 просто. Опа. Опа. Ты начать уже не можешь. Ну все, блин, победитель. Победитель. Слава богу, есть. Ну давай, давай, давай. Отлично. Смотрите. Миша в естественной среде обитания. Поехали. 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 Опа, 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 опа. Опа. Я убил Мишу! Я, видимо, у него подлагал сейчас. Я, видимо, у него сейчас просто подлагал. Не, не прошло. Он потом выложит, короче, в ответку, типа, я у него лаганул в этот момент, он смог меня... я смог его убить. Произошло чудо. Великий Миша там умер. Там Брайт, я так понимаю, уже убивает. Все, поехали. Пошла жара. Ой, я смог спарить его лисеньку. Она не телепортировалась. Офигеть. Вот это, наверное, вот товарищ Мишин. Потом скажет, что я, короче, софтер-читер, короче, все лайты спойлил. Просто, ну, ребят, вы видели, да, что чувак просто лайты дает? Да, больше ничего. Прилетел из ниоткуда, блин. Лапочка. Да. Да, да, я вижу, как это все летает. Да, это да, красиво. Да, это да, очень красиво. Да. Но я мог его убить. Мне мультимейты помогли. Иногда, иногда бывает, проскакивают моменты, когда он не лагает. Ну вот смотрите, вот как сейчас. Вот он сейчас вроде не лагает. О, все, пошло. Вот он как только начинает атаковать. Он на педальку нажимает. Он, когда да, начинает атаковать, он начинает лагать. Вот он вроде не атакует, он не лагает. Ой, дали мгновенный лук. Ой, дали, какое присосало резко. Он просто хейк залетел. Жесть какая-то вообще. У тебя нет шансов. Ох, обычный, обычный. Да-да, да.